В жизни вам приходится на каждом шагу предпринимать какие-то действия, инициировать некий процесс, будь то новое начинание или поиск необходимой вещи, работы, партнера, решения. Всякий раз, делая первый шаг в выбранном направлении, вы входите в дверь. В этот момент, пока не зашли далеко, вы раздумываете, правильно выбрана дверь или нужно совсем не туда. Если с самого начала все идет хорошо, можно надеяться, что так и будет продолжаться, хотя гарантий тоже никаких нет. На гарантии можно рассчитывать только в противоположном случае. Если дверь открывается с натугой и в нее приходится протискиваться, можно смело поворачивать назад и искать другую. Течение вариантов всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и этот путь оптимален. Это не означает, что, протиснувшись в чужую дверь, вы не сможете пройти до конца. Несомненно одно, там вас ждет масса проблем и трудностей. Поэтому лучше взять себе за правило: если дверь поддается с трудом, следует искать другую.